А вот и наш рассвет. Конечно, он позже, чем в степи происходит. Но солнышко добралось и до нас. И мы тут с Жекой сидим, ловим рыбку. Ну как, я отвлекаюсь на съемки. Иногда с Жекой сижу. И в целом получается очень даже замечательно. Бугры. Солнце освещает красиво. Птички. И тишина. Классно. Утренняя рыбалка. Мир через объектив. Он другой. Рыбка. Угу. Ну тут такая не крупная рыбка, да? Да. Но она есть. Уже позднее утро, и у нас поздний завтрак. Не спешили мы сегодня с завтраком. Кофе. Так, мне чай. Бутеры. Сушки, халва. В общем, есть с чем чай пить. О, я на Жекиной спине. Жек, на твоей спине шикарная моя тень с рукой. Слушай, мне страшно. Да, я тебя глажу, между прочим, по спинке. Тебя пугает? Тебя пугает поглаживание тени? Ну, я представил тень, ползущую по моей спине. Да, да, это как... А, как там, паучок, ползущий по стене, да? Как там звучит это? Лиза, паук по стене. Правую ногу волоче. Левую ногу волоче. Ну да, жуткая история. Как-то оно закинулось, опять попало, наверное, запутался. А что, как-то видно тень? Ну, да. Сейчас у тебя такая рука на голове. О, почухай мне голову. Чух-чух-чух-чух. Ну и как чувствуется? Щекотка. Щекотка? В чем прелесть покра? В том, что его может нести Танюха. Любой. Итак, цель сегодняшнего дня. Мы из одного плавсредства сделали два плавсредства. Дно с покрафта отдельное надувное вытащили. Ну, я на нем спала ночью. Вот. И сейчас Жека на нем будет плавать, а я буду на покрафте без дна. Я еще на покрафте без дна не пробовала.
Ой, да, все, выключаю, меня уже прибивает. А, это метод, как типа на уточке, да? Жак-уточка. Так, вставляем дно. И теперь будем вдвоем. Если даже один баллон проткнется, во-первых, еще один баллон останется, и потом же еще дно, которое само по себе меня выдержит. Неплохо держит, да. То есть такой классный вариант. Причем я вот на нем сидел, да? Угу. Оно же даже не полностью под водой. Да, да. Итак, отправляемся в дальнее-дальнее плавание по маленькому озеру. Целых 60 метров. Это наше озеро. Мы будем его сейчас исследовать. Это сплав. Сплав на покрафте по озеру. Кстати, в прошлом году мы не пробовали вдвоем по покрафте плавать, а в этом году мы плаваем вдвоем. Да, тут заросло. Итак, не подойти. Плавание кружит. Если будешь долго кружить, закружится. Все, давай туда. Там еще заплывем. Не страшно. Ну как? Там, наверное, крокодил. Крокодил. Давай, сейчас посмотрим поближе. Я буду, ну, зато я вижу. Буду на видео. Если бы ты видела, тебе бы уже было страшно. Да? Да. Я бы охватил дикий ужас. А ты просто отбери. Я не могу. Женя, что ты делаешь? Мне уже страшно, реально. Ты чё? Что ты делаешь? Это действительно страшно, ребята. Куда мы плывем? Как будто... Ну что, с разгону? Ну что, как будто вы сами в заросли плываете, да, ребята? Попадаем, да? Да, попадаем. О, да. О, да. Блин, Женя, что у нас... Всё! А что тут есть? Это ничего. Дерев тут. Ну да, там бережок есть, но он заросший, явно к нему никто не приходит. Вообще никак не подходит. Ну туда мы не пролезем. Ага. Нормально. Застряли. В дебрях Амазонки. Тур по озеру продолжается. А тебе вообще удобно грести, когда я вот так у тебя сижу? Да, так управляемость выше. А, да, я носу. Когда на носу, оно труднее управлять. Ты ощущаешься просто, как будто у меня задница толще стала. Ого, у тебя задница стала толще приличной. Да, поплыли. Когда на лодке, оно реально кажется... Ой! Оно реально кажется маленьким. У меня задница большая, знаете, как... Приближаемся. Сейчас мы вам покажем возможный уголь. Может быть. Да, возможно, да, вот этот, возможно, вот это уголь. Большая вероятность, так сказать, что вот это идет пласт угля. Вот он там, да, под камнями. Да, похож на уголь. Вот ради этих пластов эти, наверное, карьеры и рыли. Ну там, видимо, поглубже. Ну он пласт. Идет он там, да. Ну это такой тоненький пласт. Угу. Заплыв двух дураков. Дураков на этом маленьком коврике. Чувствую, что ты сейчас будешь. Я не знаю, как я буду залазить. И я тоже не знаю, как ты будешь залазить. Так, ты села? Да. Я боюсь, сейчас мы будем переворачиваться. Ой! Я уже переворачиваюсь. Сейчас проверим. Все, Женя, все. Чувствую, я сейчас вниз головой пойду под воду. Я не готова к этому. Слушай. Все, поплыли? Да, ну давай. А что, поплыли? Поплыли. Да. Нормально, поплывет, слушай. А тебе, мне надо поближе подходить. Так, Танюха, ты не умеешь. Голоток я знатный сделала. Хорошо тут водичка чистая. Так, давай, я сяду. Давай. А теперь ты пытаешься. Ох, ох.
Не, лучше я сзади. Я могу уже. Титаник. Давай. Номер три. Ага, залезай, я еще камеру держу. Не знаю, что там мы там наснимаем. Что-то жуткое. На двери. А я тону. Как Ди Каприо. Давай тебе сниму. Прощай. Я тону ради тебя. Так. Навешивай. Навешивай. Я уравновешиваю. Ладно, давай просто вот так. Что ты не уравновешиваешь? Ладно, давай просто рядом сбоку залезай. А, давай. Видимо, другого нам не дано. Да я вообще нас гребу одна. Жека говорит сейчас, что это самый лучший отдых. Просто дрейфовать на этом матрасике. Я себя чувствую объевшимся крокодилом. Да. Даже моря не надо, да? Угу. Тут вода чище, чем на море. Ну да. Еще и не соленая. Если наглотаешься, ничего страшного. Угу. Вот это мы развлеклись. Это было весело. Ну, кстати, я уже согрелась. Уже можно тоже поваляться, как ты, ленивенько. Ну и чё? Классно, спинку греет, правда солнце зашло, а пузико охлаждает. Угу. Балдёж. Ага. Лучше, чем на море. И спокойненько. Ни одного человека, ни одной машинки, ни одной вообще ничего. Просто ничего. Одни мы и озеро. И птички всякие, рыбки. Это реально балдёж. Дыр-д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 ыр. Все, ну помчали. С этой стороны, да? Ну, я попробую, по крайней мере. Ну, давай. Если... Все, красота, да? Опять да, начинается классно. Красота, а мы домой. Ну, да ладно. Всю красоту не съешь. Всю красоту не съешь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.